Что скрывает почта Суркова? Этим вопросом задаются украинские хакеры. Ну, очень уж им хочется знать, что же в почтовом ящике у помощника президента России Владимира Суркова, который, кстати, занимается в том числе и украинской проблематикой. В Киеве утверждают, что взломали почтовый ящик чиновника, ну а там якобы секретная переписка чуть ли не о захвате Украины. Ну и, конечно же, копии писем хакеры выложили в сеть. И здесь все очень интересно, если не сказать абсурдно. Вот якобы план первоочередных мероприятий по дестабилизации ситуации на Украине под кодовым названием «Шатун». В нем забавно вот что. Масса, во-первых, орфографических, грамматических и пунктуационных, а также стилистических ошибок. В общем, полный набор. В письмах есть оборот, который, как правило, употребляют русскоговорящие украинцы, так утверждают филологи. Вот, например, с окружения Порошенко на Закарпатье в Украине. В общем, вряд ли Сурков, который всю жизнь живет в России, будет так выражаться. Похоже, что это все-таки фейк чистой воды. Ну, пока на Украине пугают всех Сурковым, в России к этой новости всерьез не относится. Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказал, что знает Суркова больше 10 лет, и все это время ему что-то приписывают. То российскими хакерами, то зарубежными. Ну, а утверждение того, что Сурков собрался расшатывать ситуацию, помните, да, название этой спецоперации, «Шатун», что он расшатывает ситуацию на Украине, явно не соответствует действительности. Именно так подытожил свою речь Песков.